Гранта, ты знал его? Ребенком видел пару раз, но уж почти не помню. Ха. Усы у него были такие выдающиеся. И что же, помогал он вам? Шутишь? За 20 лет ни копейки не дал, хотя моя мать ему родная сестра. Скуповат был дядюшка Ираст Андреевич. Да. Ха. Зато теперь все это твое. Да. Да только потому, что помер он в одночасье и не успел свое движимое и недвижимое какой-нибудь богадельни завещать. А по закону я единственный наследник. Ну что, пойдем в твою пещеру, Аладдина? Да, твой покойный дядя, конечно, не Аладдин. Да, скорее уж Миклух Маклай. Не трогайте! Вещь дорогая. Разобьете еще. Здравствуйте, бабушка. А вы кто такая будете? Я Прасковья Лисицына. Покойному Ирасту Андреевичу. Прислуживала, царствие ему небесное. А вы часом не племянник ему будете? Племянник. Слава Богу! Дмитрий Афанасьевич, приехали. А я все думаю, когда ж молодой барин-то пожалует? Ну, проходите, раздевайтесь. Давайте одежду приму. Послушай, любезная, я человек новых взглядов. Мне прислуга ни к чему. Ты можешь идти. Ты свободна. Да как же так-то? У меня же своего угла даже нет. Я же вашему дядюшке 40 лет верой и правдой. А потом и задолжал он мне. Вот как? И что же, много задолжал? Да почти 20 рублей. Ну, у меня таких денег нет. Ладно, баба Паша, оставайся. Потом с тобой решим. Так я сготовлю покушать. Да, сготовь, пожалуй. На самом деле, есть хочется зверски, да? Да, не откажусь. Я мигом. Да, Митя, скажу тебе прямо, что большего я ожидал от твоего наследства. Ты же говорил, что у твоего дяди было целое состояние. Было. Да, видать, всплыло. Бог знает, на что потратил. Однако, Павлуша, дом можно продать. Тьфу, что за черт? Сюрприз. Теперь я понимаю, куда покойник тратил деньги. Думаешь, много за это можно выручить? Да этого хватит на самые смелые прожекты. Паша, ты понимаешь, что это значит? У нас теперь есть деньги. Мир уже не будет прежним. Изволите, барыня. Это Дмитрия Аристархова дом? Он самый. Хороший дом. И от города далеко. А ты что же? Служишь здесь? Уж 40 лет. Ну, послужила и хватит. Ищи себе другое место. Нам-то без надобности. За что? Я Дмитрию Афанасьевичу служу. Вы права не имеете. Митя против меня не пойдет. Мы с ним одинаково смотрим на вещи. Сколько он тебе должен? 20 рублей. На вот, возьми 30. Бедная.
Митя! Паша! Мальчики, я приехала. Андрей Петрович Клюев. Что это он в такую-то рань? Ну, зови. Доброе утро. Андрей Петрович. Мария Тимофеевна. Анна Викторовна. Здравствуйте, Андрей Петрович. Виктор Иванович. Чем обязаны? Да я мимо ехал, думаю, да, заеду по-соседски, навещу. И правильно сделали. Позавтракайте? Ну, нет, благодарю, Свет. Ну, тогда, может быть, кофе? А вот от кофе не откажусь. Лиза. Благодарю. Пожалуй, выключу музыку. А вы слыхали об аукционе? Какой аукцион? Мы ничего не знаем. Нынче вечером некий Дмитрий Аристархов распродает коллекцию своего покойного дядюшки. Погребальные маски, саркофаги, канопы. Канопы? Канопы – это такие сосуды для хранения внутренностей умерших в Древнем Египте. Ой, простите, хороший, да, не к месту сказал. Ничего страшного. Вы сказали, Дмитрий Аристархов? Да. Кто это? Я полагаю, это племянник Ираста Андреевича Аристархова, здешнего помещика. Никогда о нем не слышала. Ну, не мудрено. За последние лет 20 он из дома, наверное, ни разу не выходил. Вообще, странный был старик. Его и раньше-то здесь никто особо не видел. Он все больше в своем Египте пропадал. Все искал какой-то мудрости. Чуть ли не бессмертие. Ну, бессмертие он явно не нашел, но коллекцию собрал достаточно внушительную. На торгах будут известные личности, как Голенищев. Знакомая фамилия. Это самый известный в России ученый-египтолог. Обладатель собственной коллекции египетских древностей. Поговаривает, он хочет купить самый ценный лот. Это мумия, которой около 3000 лет. И что же, ее выставят на всеобщее обозрение? Я не знаю. А вы хотели бы взглянуть? Нет, признаться, нет. Я не вижу ничего привлекательного в том, чтобы глазеть на непогребенного покойника. Очень жаль. Я как раз заехал к вам, чтобы пригласить вас на этот аукцион. Прошу прощения, Андрей Петрович, я не пойду. Аннушка, ну почему бы тебе не пойти? Ты и так почти нигде не бываешь. Ну, в самом деле, дорогая, ведь это действительно редкий шанс увидеть драгоценное наследие тысячелетий. Соглашайтесь, Анна Викторовна, там будет очень много знакомых. Господин Коробейников будет следить за сохранностью всех лотов. Ну, если вы все так настаиваете, то я, пожалуй, соглашусь. Не помешаю? Ну что ты, заходи. Аннушка, как же ты у меня хороша. Вот, примерь. Это колье? Это колье твоей бабушки? Я берегла его для твоей свадьбы? Ну все это глупости. Носи на здоровье. Оно тебе очень к лицу. Спасибо. Господин Клюев будет потрясен. Мама, наши отношения с Андреем Петровичем дружеские. Ну, не думаю, что он согласится на это утверждение. Мама, пожалуйста, не надо. Я тебе 1000 раз говорила, я не пойду замуж. Может быть, ты и права. Тогда живи свое удовольствие. Жизнь проходит очень быстро. И к тому же всякий брак, даже заключенный по страстной любви, в конце концов, превращается в нестерпимую тоску и скуку. Уж поверь мне.
Антон Андреевич. Анна Викторовна, и вы здесь? Да, я с удовольствием бы с вами поболтал, да я при исполнении. Ваш друг нынче вечером занят. Придется вам довольствоваться моим скромным обществом. Ничего против не имею. Может, шампанского? Да, пожалуй. Итак, дамы и господа, алебастровый кувшин из египетской гробницы 4 век до нашей эры. Начальная цена 500 рублей. Кто больше? 550. 550 рублей. 550 рублей. Раз. 600. 600 рублей. 600 рублей. Раз. 650. 650 рублей. Раз. 650 рублей. Два. 700 рублей. 700 рублей. Прекрасное вложение для сбережения ваших капиталов. 700 рублей. Раз. 750. 750 рублей. Раз. 750 рублей. Два. 750 рублей. Анна Викторовна не ожидала увидеть вас здесь. А чего же? Не знаю, мне казалось, что это не для вас. Два бокала Клико. Слушаюсь. Восемьсот рублей. 800 рублей! 800 рублей раз! Я здесь по долгу службы. 800 рублей два! Думаете, это может быть опасно? 800 рублей. Да нет, просто меры предосторожности. 800 рублей. С аукцион должны пойти весьма ценные вещи. Вы кого-то ищете? Или следите за кем-то? Ни то, ни другое. Однако вы чем-то обеспокоены. Вам показалось. Яков Платонович, я достаточно хорошо вас знаю. Хотите шампанского? Вы не одна. Честь имею, господа. 950 рублей. 950 рублей. Раз. 950 рублей. Два. 950 рублей. Господа, мне хочется круглую цифру. 950 рублей. Три. Продано. Дядя. О, Аннет. Дядя, ты когда вернулся? Я только что, едва не опоздал. Кто это приобрел? Ты знаешь, слух об этом аукционе дошел до Петербурга. И в этой египетской древности весьма неплохое вложение денег, а вот я здесь. Так, и с каких пор ты интересуешься египетскими ценностями? Ну, с тех пор, как деньги появились. А, дядя, господин Клюев, это Петр Иванович Миронов, мой дядя. Очень приятно, Клюев, мальчик. Взаимно, Миронов. Вы меня простите, но без приглашения внутрь попасть вам не удастся. Умоляю вас, Антон Андреевич, ну хотя бы на 5 минут, одним глазком. Не могу. Это же самое важное событие года. И мои читатели мне не простят, если я о нем не напишу. Я бы рад вам помочь, но, увы. А приглашение? Однако пусть вас утешит то, что квикверит реперит. Что? Кто ищет, тот найдет. Дамы и господа, наш следующий лот – деревянная статуэтка, изображающая египетского бога смерти Анубиса. Древние египтяне верили, что он встречает души умерших и ведет их на суд Озириса. Второй век до нашей эры, начальная цена – 300 рублей. Аннет, хочу обладать. 350. 350 рублей. 350 рублей – раз. 350 рублей – два. 400. 400 рублей. 400 рублей. Раз. Дядя, да зачем тебе этот египетский бог смерти? Из него будет прекрасный отброс папье. 450. Антон Андреевич, Антон Андреевич, а что, если вы мне расскажете обо всем происходящем там? Алексей Егорович. Запишу с ваших слов. Ну вы что, не понимаете? Ну пока мы тут с вами толчемся, я и сам ничего не увижу, что в зале творится. Тогда уступаю. Идите туда, голубчик, идите скорее в зал. Минуточку. Угу. Идите, а я вас тут подожду. Я вам ничего не обещаю. Ступайте, ступайте, драгоценный вы наш. Аннет, я его купил. Поздравляю. Отличное приобретение. Простите, простите, ради бога. Вы позволите взглянуть?
Да, прошу. Удивительная работа. Поздравляю. Прячься от солнца, чтобы не поблекли краски. Один момент. Простите, я не представился. Владимир Семенович Голенищев, египтолог. Очень приятно, Андрей Петрович Клюев. Очень приятно, господин Клюев. А это должна быть ваша супруга? Нет, я дочь адвоката Миронова. Анна Викторовна, моя племянница. Миронова? Не вы ли та самая женщина, медиум, о которой писали газеты несколько лет назад? Слухи очень преувеличены. Простите, я бы не хотела об этом. Жаль. Понимаете, я всю жизнь занимаюсь Древним Египтом. А для египтян в общении с духами не было ничего необычного. Они считали, что у каждого человека есть Ка. Часть души, которая после смерти остается на земле и может разговаривать с живыми. Точнее, мумия, в которую превратили его тело искусные бальзамировщики. Это подлинная мумия нового царства. Видите, как положены бинты и эти амулеты. Они типичны для той эпохи. Я за шампанским. Это нужно отметить. Анна, что с вами? Вы испугались мумии? Нет, голова от шампанского закружилась. Что я могу для вас сделать? Ничего. Я побуду одна, ладно? Ну, я вас одну не оставлю. Андрей Петрович, пожалуйста, я прошу. Со мной все будет хорошо. Как прикажете. Итак, дамы и господа, 2500 рублей раз, 2500 рублей два. 3000. 3000 рублей раз, 3000 рублей два. 3500. 3500 рублей раз, 3500 рублей. 4000. 5000. 5000 раз, 5000 два. 5003 продано господину Голенищеву за 5000 рублей. Анна Викторовна, Анна Викторовна, голубушка, умоляю, выручите меня. Ну, хотя бы пару слов. Вы же там были? Расскажите, мумию видели? Не успела разглядеть. Опять гоняетесь за сенсацией, господин Рябушинский? Ну что вы, господин Штольман. Я просто хотел узнать, не нужно ли чего Анне Викторовне. Нет, не нужно. Об Анне Викторовне есть кому позаботиться. Вот и славно. Яков Платоныч, ну не в службу, а в дружбу. Не скажете, кто купил мумию? Ученый-коллекционер из Петербурга, господин Голенищев. И разговор на этом на сегодня окончен. Благодарю! С вами все в порядке, Анна Викторовна? Нет. Я все думаю про этого Тутмоса. Это ужасно, что его тело выставляют на показ, еще и с молотка продают. Да, уж умирая, вряд ли он полагал, что через 1000 лет окажется здесь, в Затонске. Вы меня не понимаете?
Он был живой человек, такой же, как мы с вами. У него были мысли, чувства. Его похоронить надо по-человечески, а не в музее выставлять. Как вы прекрасны. Что? Я знаю, вы сказали, что к прошлому возврата нет, но все же. Что все же? Что, Яков Платонович? Я не ребенок. А вы подавно. Если вы хотите что-то сказать, говорите прямо. Я хотел бы дать вам все, но могу предложить лишь... Яков Платонович! Вы так стремительно мимо меня проскочили, я подумал, что-то стряслось. Вы же понимаете, я несу личную ответственность за данное мероприятие. Разумеется. Вам не показалось странным поведение одного господина? Я... А... Господи, боже мой! Бам-ба-ба-ба-бам! Боже мой, Петр Иванович! Вот так сюрприз! Да, мы с дядей встретились на аукционе. Мария Тимофеевна, вы только посмотрите, какую вещь я приобрел на аукционе. Что это за истукан? Виктор, твой брат приехал. Петр, я не ждал тебя. Рад видеть. А если вы меня нет, то я поселюсь в гостинице. Ну что за глупости? Что за... Ну же знаешь, тебя здесь всегда ждут. Аннушка, что было на аукционе? Я хочу знать все подробности. Мам, ради бога, умоляю тебя, не сегодня. И я так устала. Не ступай, ступай. Ну, на аукционе я приобрел вот это. А у Аннет, как мне кажется, появился новый поклонник. Тише. Ваш сосед Клюев, я тихо говорю. Она не любит подобных разговоров. Ну да, действительно. Клюев за ней ухаживает. И я этому безмерно рад. Ну и кстати... Как он тебе показался? Мы не успели толком поговорить. Но, по-моему, славный малый. Что вы скажете? Узнали кого-нибудь? В чем не уверена. Было слишком шумно, прислушаться к голосам было невозможно. А вступать в разговоры вы мне запретили. Вы не должны рисковать без нужды. Если он в городе, он скоро появится у вас в магазине. Будьте осторожны, оружие привез? Да. Простите, сударь, простите, не имею чести знать ваше имя. Мы вчера виделись на аукционе. Я Голенищев, египтолог. Штольман, судебный следователь. Слушаю вас. Вот так совпадение. Я как раз шел в участок. А дело в том, господин Штольман, что, понимаете, мне бы не хотелось бросаться обвинениями. Я все-таки надеюсь, что это ошибка, а не злой умысел. Может, объясните толком, в чем дело? Мумия оказалась фальшивкой. Добрый день. Ни слова больше, сударь. Пройдемте в кабинет. Вчера после торгов
Я, извольте ли видеть, пал в некоторую ажитацию. Не терпелось поскорее прикоснуться к обретенному сокровищу. Мумии эпохи Нового Царства, как правило, обладают изумительной сохранностью. У некоторых из них даже суставы гнутся. Это очень любопытно, но я прошу вас ближе к делу. Да-да, конечно. Итак, нынче ночью я не смог удержаться от соблазна, как следует рассмотреть моего жреца. Я собирался всего лишь слегка отвернуть бинт, чтобы проверить его сохранность. Ведь этой ткани более 2000 лет, а она дожила до наших дней благодаря специальным составам, которыми ее пропитывали. И заметил, что бинт отделился чересчур легко. Это сразу же вызвало мои подозрения. Я без особого труда распеленал верхнюю часть тела и понял, что передо мной фальшивка. Ну и каким же образом вы это поняли? Господин Штольман, я видел десятки египетских мумий. И могу вас уверить, что у них нет зубов такой белизны, как и ногтей, явно подпиленных пилкой. Я надеюсь, что господин Аристархов сам не знал о подлоге и согласится вернуть мне деньги без скандала. Ну и дела. Признаться, я тоже думаю, что Аристархов-младший ни при чем. Он унаследовал коллекцию чуть более месяца назад. Очевидно, что это его дядю обдурили. Все может быть не так просто, Антон Андреевич. Я бы не исключал подлог со стороны наследника. Но его не было вчера на аукционе. Всем распоряжался его поверенный. Надеюсь, он все еще в городе. А вот если мумию изготовили недавно, возможно, это... Убийство? Господа, вы не поверите. Я сам сразу об этом же подумал. Анна Викторовна очень кстати. У нас сегодня весьма необычный пациент. Пациентка? Да, судя по состоянию зубов, я полагаю, это женщина, которой не более 25 лет. У нее разрез на животе, и все внутренние органы извлечены. Тело высушено таким образом, что можно предположить, оно долгое время лежало под палящим знойным солнцем, обдуваемое сухим ветром, что совершенно исключено, учитывая погоду наших мест. Или же оно было под воздействием каких-то химических веществ. Очень убедительная подделка. Именно так египтяне поступали со своими мертвецами. Извлекали органы, а затем выдерживали тела в едком натрии в течение 40 дней. Что же вы хотите сказать, что преступник владеет египетской техникой бальзамирования? Как-то это... Это не тайна за семью печатями. Процесс подробно описал Геродот в 5 веке до нашей эры. 40 дней. Значит, она могла быть убита совсем недавно. 40 дней? А может быть, 40 лет? На этот вопрос ответить невозможно. Клянусь вам, я ничего не знал. Устроитель аукциона сказал мне, что провинанс мумии не вызывает никаких сомнений. Она была куплена в Луксоре у Абделла Расула, а он получает свой товар прямиком из расхищенных гробниц. Вы готовы вернуть уплаченную сумму? Разумеется. Только, видите ли, я сейчас не при деньгах. Ну что же вы мне рассказываете, Дмитрий Афанасьевич? Вы вчера на аукционе целое состояние выручили? Понимаю, как это выглядит со стороны, но поверьте, я очень много задолжал одному человеку. Ну что ж. Мы обыщем ваш дом. Это необходимо? Боюсь, что да. Речь идет не только о подлоге, но и о возможном убийстве. И, как вы понимаете, первый подозреваемый – это вы. Начинайте. Александр Францевич, а вы могли бы хотя бы сказать, была ли смерть этой женщины насильственной? Антон Андреевич, на этот вопрос ответить невозможно. Слишком много времени прошло. Увы. Анна Викторовна, я боюсь, что нам без вас это дело не раскрыть. Хорошо. Я попробую. Мне надо остаться одной. Я вас понял. Господа, я прошу вас, пройдемте со мной. Мне нужно уточнить кое-какие детали. Ах,
Кому же вы задолжали столько денег, господин Аристархов? Вы же студент. Учиться вам еще года 3-4. Кстати, что изучаете? Химию. Химию. Интересно. Яков Платоныч, вот. Нашел спальню. Чьи это вещи? В доме еще кто-то живет? Нет, я один. Кому же они принадлежат? Яков Платоныч, там в подвале. Что? Да лучше бы вам самому взглянуть. Когда ты умерла, кто тебя убил? Я тебе приказываю, покажи мне. Покажи мне! Я тебе приказываю, покажи мне. Покажи мне. Кто тебя убил? Анубис! Натрия селитра. Зачем вам понадобился едкий натр? Да еще в таких количествах. Стой! Стой, я тебе говорю! Держи его! Держи! Руки! Анна Викторовна, чем порадуете? Девушка молодая и довольно красивая. Ее убил человек в маске Анубиса. Ударом в живот. Все, больше я ничего не поняла. Благодарю вас. В таком случае, позвольте откланяться. Я поскочу в участок вести расследование обычным манером. А господина Голенищева больше не волнует судьба мумии? Судя по тому, что он срочно отправился в гостиницу продлить свой номер, я думаю, что волнует. Всего доброго. Всего доброго. Да тут и говорить не о чем, Яков Платоныч. Дело ясное. К Аристархову приехала какая-то женщина. Это факт? Факт. Вы у него нашли в подвале едкий натр. Это тоже факт. И что из этого следует? А следует из этого, Яков Платоныч, то, что наш студент убил свою гостью и сделал из нее мумию. По-моему, это замечательный. Я бы даже сказал, какой-то поэтический способ избавиться от трупа. Антон Андреевич, способ самый сложный и весьма бессмысленный. Голенищев рано или поздно обнаружил бы подмену. Вы ведь сами сказали, что Аристархов собирается сбежать из города. Вот. А Голенищев, если бы он распеленал мумию у себя в Петербурге, так Аристархов бы уже где был? За 3-9 земель. Поэтому я предлагаю надавить на него хорошенько, порасспросить людей в городе. Наверняка кто-нибудь из них видел приезжую даму. И если мы установим ее личность и поймем, что она пропала без вести, стало быть, она и есть наша мумия. Уж больно у вас всегда все просто получается. Яков Платоныч, а у вас есть какие-то другие версии? Нет. В таком случае я прошу вас прорабатывать мою версию. Господин Голенищев, прошу прощения за беспокойство. Алексей Рябушинский, газета «Затонский телеграф». А мы с вами давеча виделись в полицейском участке. Да, я узнал вас, господин Рябушинский. Чем могу? Да я тут, видите ли, ужинаю в одиночестве и увидел вас точно в такой же, так сказать, диспозиции. Не угодно ли будет вам пересесть за мой столик? Вдвоем-то оно как-то веселее.
А вы знаете, я всегда мечтал поговорить с кем-то знающим о верованиях древних египтян. Вы правы. Это невероятно увлекательный предмет. Но учтите, по делу арестованного Дмитрия Аристархова я ничего разглашать не имею права. Ну что, Владимир Семенович, разве мы вообще без понятия? Прошу. Благодарю. Слушаюсь. Послушай-ка, любезный, принеси нам Мадеру самую лучшую и водочки Гран-Кристо, а? Да-с. Я что-то не понял. Если после смерти К человека впадает в летаргический сон, так как оно по земле-то ходит? Нет. В летаргический сон впадают ба. А это уже другая часть души. А всего-то их сколько? 7. Тело есть тоже часть души. И имя. Если имя твое забыто, тебе никогда не войти в дуат и не обрести блаженство. Так, значит, этот несчастный, превращенный в мумию, никогда в рай не попадет, пока личность его не будет установлена? Почему его личность? Ее личность? Это женщина. Ее здоровье. Не чокайся. Зловещая тайна мумии! Очерк госпожи Мироновой! Пишите узнать все леденящие подробности. Ну, что я вам говорил? Видите, сколько людей покупает газету? И дамы. И все это ваша заслуга бесценная, Марья Тимофеевна. Надо признаться, я приятно удивлена. Алексей Егорович, вы в своем расследовании ни разу не упомянули мою дочь. Ну что вы, как можно? Вы же мой лучший автор. Однако мне очень любопытно, откуда вы узнали все детали этого ритуального убийства? Я не раскрываю своих источников. Алексей Егорович. Египетский жрец оказался женщиной! Расследование господина Рябушинского! Покупайте за тонкий телеграф! Да? А куда? Главная сенсация за Томска! Покупайте за тонкий телеграф! А как же, отец мой, приезжала к нему барыня одна. Только имени-то я ее не знаю. Может быть, возраст? Или как-то внешне можете описать? Видно из себя такая, красивая. Только глаза холодные, будто стальные. А возраст, ну, в наше время и в 25 уж старухи. А сейчас-то... И в 40 красавицы. Не знаю, не скажу. Ясно. А вот эти вещи, вы узнаете? Они ее? Ее? Шляпка точно ее. Да и перчатки. А как по-вашему, кем она ему приходилась? Любил он ее. Сильно любил. Как же я тебя люблю. Ты моя жизнь. Моя судьба. Все, что у меня есть, все твое. У тебя ничего своего нет, Митенька. Разве ты забыл? Да и судьба тебя ждет совсем иная. Иная. Но для всех, для нас общая. А дальше что? Ну, что было потом? Может, они как-то ссорились? М? Откуда мне знать-то? Она же меня в тот день рассчитала. Чего тебе? Занят я. Ваше благородие, там некий Павел Мартынов из Петербурга приехал. Говорит по делу Аристархова. Господин Мартынов, чем обязан? Вы расследуете дело Дмитрия Аристархова? Да, и что?
Я его друг, мне необходимо увидеться с ним. Боюсь, это никак невозможно. Аристархов обвиняется в тяжком преступлении и отказывается сотрудничать со следствием. В подобных обстоятельствах свидания не дозволяются. Затем я и приехал, как только прочитал в газетах об его аресте. Хочу уговорить рассказать его правду. Боюсь, вина его очевидна, и только раскаяние способно облегчить его участь. Ах, вот оно что. Господин Аристархов, вы так и будете продолжать молчать? Вот уже 3 дня вы испытываете мое терпение, по мне, тише едешь, дальше будешь. А вот господин Коробейников может сорваться. Хотите в Петербург? В казематы? А вот там вам не сладко придется, это я вам точно говорю. Ну так что, будете отвечать на вопросы? А знаете, что я думаю? Никакой вы не убийца. Вы просто очень молодой, неопытный, простодушный человек, попавший в дурную компанию. Простите, Яков Платоныч. Антон Андреевич просит арестованного к себе. Паша. Здравствуй, Митя. Кто это? Друг его, Павел Мартынов, из Петербурга приехал. Как ты? Держусь. Митя, ты должен во всем признаться. Я знаю, она была дурная женщина, вконец измучила тебя, и ты не владел собой, когда напал на нее с ножом. И все же, убийство невинного человека – это же страшный грех. Ты думаешь, другого выхода нет? Это наилучший выход. Суд примет во внимание, что убийство произошло из-за страсти. К тебе будет проявлено снисхождение, и душа Ираиды наконец обретет покой. Ираиды? Да. Ее звали Ираида Суслова. Я ее убил.